Ты уже слышал? Начали раздавать пробную вакцину, но говорят, ее очень мало. Боится неживых тел. Мигом испаряется из покойников. Установили, что если вести себя аккуратно и правильно прятаться, можно все переждать. Стекло сохранит все лучшее, как и предсказано. Что это значит? Это значит, что мы еще можем бороться. Возбудитель живет только в живых клетках и боится мертвых поверхностей. Кто укроется в домах, у того больше шансов спастись. Беготня и суета – дорога к смерти. В общем, можно сражаться. Но ты шкура. У тебя же тут свой интерес. Ты всегда рад сражаться, было бы с кем. А как же люди? Не мешайте. Он уже что-то придумал. Плохо все. Все никуда не годится. Thank you.
Да.
Раньше я ходила по ночам, и с утра меня находили где-нибудь в новом месте. Эх, как не кстати погиб Исидор. Вот кто знал бы, что делать. Мужик был. Кому-то придется взять на себя этот грех.
Сегодня незнакомый посланец принес мне какую-то странную склянку. Милосердие не добродетель.
Клара заманила потрошителя в засаду. Однако дело нужно закончить. Клара заманила потрошителя в засаду.
Лучше не спрашивать. Молчание золото.
Причинять людям зло большей частью не так опасно, как делать им много добра. Сегодня незнакомый посланец принес мне какую-то странную склянку. Собаки воют.
Люди делают добро часто лишь для того, чтобы обрести возможность безнаказанно.
что. Говорят, Гаруспик убивает теперь мародера. Ну что ты стоишь, как изваяние? Thank you.
что? Краска с меня сошла. Судьба все устраивает к выгоде тех, кому она покровительствует.